Петрозаводский теремок. Вологодский театр кукол приехал в столицу Карелии с гастролями. Маленьких петрозаводчан вологодские кукольники познакомят с забавным медвежонком по имени Мишук и с находчивым балдой. Спектакли петрозаводские зрители увидят в эти выходные. На одной из репетиций побывала Мария Кравцова. «Сказка о попе и о работнике его балде» – творческое переложение сказки Пушкина от режиссера Бориса Константинова, автора другого известного в Петрозаводске спектакля «Железо». История, в которой веселый и находчивый балда и попа победит, и народ повеселит, и на балалайке сыграет лихо. Это такая зажигательная, очень такая увлекательная история, которую артисты с большим азартом рассказывают, и в которой очень много таких самых настоящих кукольных фокусов, которые просто преодолевают вот эту тягу наших нынешних детей к различным компьютерным фокусам, к сложной компьютерной графике. А вот этот спектакль заставляет их удивляться и радоваться вот таким удивительным, простым кукольным чудесам. Сам автор адресовал спектакль взрослым и детям. Балда обманет старого беса и внучка его, бесенка, да еще и хитрого попа поводит за нос. Роли бесов и попа, кстати, исполняет один актер. Премьера спектакля состоялась в 2009 году, и с тех пор постановка не сходит с театральной сцены. Мария Кравцова, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».